сентябре. Да? А куда? Мне сказали, пошел нахрен, нам нужен только электрик 6-го разряда, не меньше. А, ну, ты, типа, ты очень крут, поэтому, брателла. И все, вот я приехал там, проторчал. Потом в итоге подхожу к этому, ну, кто там, ремонтник, это не знаю. Договорились с ним, я машину оставил. На следующий день в обед я поехал, приезжаю, он говорит, вот смотри, все сделал, все нормально. Я еще вечером с ним расплатился. Он на ночь ты ему оставлял, да, машину? Да. Ну блин, он там варил машину, сколько минут там достаточно? В смысле варил? Сваркой? У него же не только моя машина, а были другие. Все, я понял. У него затянулось все. И вот я его уговорил. Не хотел.